я рада вам представити, що до нашої студії сьогодні завітав Володимир Рудніченко, спортивний журналіст, голова організації Незалежна спілка спортсменів. Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Ну що, я думаю, вже час розбиратися із паралімпійськими іграми, що вони, саме 2018 рік. Хто представляє і про перемоги, чому і як, розказуйте. Ну, очень приятно видеть успешные выступления наших паралимпийцев на Олимпийских играх в Южной Корее. Приятно видеть результат, третье общекомандное место на сегодняшний день. По-моему, 9 медалей завоевали. Очень радостно, что две из них завоеваны нашими земляками. Скажем так, что не может не радовать, зная то состояние, ну, в спортивном мире в целом, насколько много вкладывается средств за границей и насколько сильно развито там, и зная положение спортивной отрасли у нас в стране в целом и в области в частности, можно сказать, что эти медали – это большой вклад в спортивную славу страны и области, но не благодаря, а, к сожалению, пока что вопреки той сложившейся системе. Но будем надеяться, я уверен, что победы наших паралимпийцев и, к сожалению, опять же, единственная, но все-таки золотая медаль нашего земляка Александра Абраменко позволит поменять, так сказать, минусы на плюсы, и государство, и спортивные чиновники – и вообще, как бы те, кто отвечает за развитие спорта, обратят внимание на именно финансирование спортсменов и тренеров, потому что это действительно, ну, главные герои в спорте. И финансирование и отношение будет теплее, скажем так. Дивіться, ну я читала, що на наших паралімпійських спортсменів ставили, ну, великі надії, тому що вже не один рік вони перемагають, вони нам приносять величезні нагороди, золото кожного року. Чому тоді стається така ситуація, що от ви кажете, що вони вопреки отримують ці нагороди і взагалі це золото? Чому не підтримують? Понимаете, то есть, да, сложилась такая ситуация, что уже на нескольких олимпиадах паралимпийцы выступают, ну, я не скажу успешнее, они приносят больше медалей, у них настрой, у всех олимпийцев настрой победителей. Но в паралимпийских играх люди принимают участие меньше количеством, то есть во всех странах. Но опять же, здесь нельзя говорить о том, что те или те игры, ну, не, как сказать, не... В общем, подготовка спортсменов и тренеров проходит за деньги спонсоров, частично государства, частично родительские деньги. Но это все в комплексе дает то, что мы видим на сегодняшний момент. То есть на сегодняшний момент я уверен, что если бы финансирование было больше и эффективнее бы использовались, то и медалей на обоих олимпиадах было бы однозначно больше. Так, ну і хочеться, звичайно, знати, що зараз теж будуть, от я навіть дивилася розклад, о 7:40 буде змагання, не пам'ятаю, з якого виду спорту жіноча голова, але от ще декілька, ну, ще залишається майже тиждень паралімпіади. Які взагалі, от з вашого погляду, прогнози, що, яке ще золото, з якого виду спорту ще може бути? Ну, мне сложно делать прогнозы именно по зимним видам спорта, потому как, ну, я знаком с этим не так плотно, как с летними видами спорта. Но я думаю, что Украина, ну, в пятерку однозначно, я думаю, она войдет по медалям. Хотя вот сейчас третье место очень обнадеживает на то, что, дай бог, если мы удержимся на третьем, а если продвинемся вверх, там, второе, первое, ну, это будет, конечно, фантастический результат и, опять же, дополнительная причина для того, чтобы еще
лучше обратить внимание на наших спортсменов в целом, и паралимпийцев, и олимпийцев, и детский спорт, потому как без детского спорта не будет спорта высших достижений, без деток не будет рекордов, а без олимпийцев детям не будет на кого равняться, потому что, ну, к сожалению, это не секрет, что масса спортсменов уезжает из Украины в поисках лучшей жизни в другие страны, кто-то находит, кто-то нет, но тем не менее такая тенденция существует, и нужно это все переформатировать, чтобы создавали условия для наших спортсменов такие, чтобы они не смотрели за границу, там, в другие области, потому что у нас достаточно хорошие спортивные традиции в Николаевской области, у нас действительно есть кем гордиться, у нас есть там ряд олимпийцев и паралимпийцы, у нас есть чемпионы мира, чемпионы Европы во всех видах спорта, и это надо активно поддерживать, дай бог, чтобы это было в реальности, я в это верю, я знаю, что будет так. От, ну от навіть читаючи новини, от наше Миколаїв, я б сказала, навіть спортивне місто. Майже кожного дня читаєш в новинах, що там виграли, там отримали перемогу, там підкорили чемпіонат. І от олімпійці теж наші теж представляють у Пхьончхані Україну, місто. Як взагалі думаєте, що буде зі спортивним життям в Миколаєві от після от таких перемог? Чи приверне взагалі вже увагу, і чи зараз вже привернуло увагу, чи щось відбувається в місті от зі спортивним життям саме? Ну, я уверен, что внимание обязательно обратят. Хотелось бы, чтобы это было позитивное внимание, чтобы людям создали условия, опять же, я повторюсь, чтобы люди не хотели уехать. Слава Богу, олимпийская медаль на Олимпиаде позволила дать хороший задел и всколыхнуть, так сказать, общество, что вот смотрите, опять же, не благодаря, а вопреки, мы победили, выиграли очень ярко, потому что это наша область, медали паралимпийцев. Ну, я уверен, что все будет хорошо, то есть условия будут создавать. То есть, для этого есть все ресурсы, то есть финансирование есть и сейчас. Единственное, что более эффективно его надо использовать именно на главных героев, это спортсмены и тренеры, то есть... Які види спорту треба більше розвивати, можливо? Ну, знаєте, здесь комплекс, тому що во многих видах спорту методики запозичені, скажімо так, із других видів спорту. В греблі є штанга, в штанге є там бігові упражнення, да, там прыжки з легкої атлетики. В легкій атлетиці є там елементи плавання, там настольного тенісу. Поэтому моє мнение, розвивати надо все виды спорта, потому как есть разные люди, кто-то хочет заниматься штангой, кто-то греблей, кто-то бегом, кто-то теннисом, кто-то фехтованием. То есть поэтому ну, есть приоритетные виды спорта, есть виды спорта, которые у нас профилирующие, такие как гребля, парусный спорт, то есть, ну, потому что у нас там две реки, у нас очень хорошие парусные традиции. То есть сейчас... Кстати, в Очакове открыли секцию парусного спорта, да, детскую. Поэтому, ну, развивать надо спорт в комплексе. Единственное, что надо подходить к этому уже по-современному. Потому что на том багаже, который есть, уже, ну, мы видим, что с каждой Олимпиадой, к сожалению, медалей становится все меньше. И это надо менять, чтобы медалей, наоборот, становилось больше. То есть динамика должна быть позитивной. Положительний. Я думаю, варто вже задуматися, створити такий великий комплекс спортивний, де будуть різні види спорту, отак, ну, от, саме зібрані на тренування, щоб було де тренуватися, і... чи ні? Понимаете, надо спортивные сооружения, те, которые есть, привести в соответствие, потому что, ну, не будем греха таить, есть такие условия, где тренироваться уже очень сложно спортсменам, почему уезжают, даже наш трамплин, на нем уже тренироваться, я думаю, вряд ли кто будет, потому что тот же Александр Абраменко большее время своих тренировок проводит или в Закарпатье, или взагалі за границей, поэтому
Конечно, хотелось бы, чтобы было больше спортивных объектов, чтобы они были доступны для всех слоев населения, потому что, ну, как бы, массовый спорт. То есть массовый спорт, детский спорт, он даст толчок спорту высших достижений, потому что не будет селекции через массовый, через детский спорт, кто будет выступать. То есть должна быть преемственность поколений, то есть от ветеранов передавать молодым, от олимпийцев уже опытным до тем, которые стремятся, чтобы был состав сборной как минимум 2 состава, лучше 3, то есть это должны быть разные возраста, то есть это надо воспитывать, то есть надо брать все то хорошее, что было в системе подготовки спортсменов раньше, и к этому присоединять новые методики, строить новые сооружения, потому как все уже далеко ушло вперед. Например, тот же фристайл развивается уже совершенно по другому направлению в других странах. Я видел залы тяжелоатлетические в Турции, там, в Германии. Конечно, да, есть к чему стремиться. Скажем так, у нас, у наших людей очень хороший характер, характер олимпийца, там, победителей, да, то есть, потому что вопреки побеждать, это, ну, вдвойне ценно, да, когда ты не в тепличных условиях. Но, тем не менее, есть к чему стремиться, есть куда расти, надо все это соединить и в комплексе. Ну, я думаю, вже перемоги цьогорічних олімпійців все ж привернуть же увагу до спорту не тільки в Україні, і в нашому місті, тому що і наші переможці, наші спортсмени теж. Правильно, Татьяна. Они привлекут внимание, я уверен, и наших людей, которые отвечают за развитие спорта, да. Но тем не менее, они точно так же обратят внимание и западных специалистов, там, наших соседей, которые будут сейчас всякими ковришками заманивать наших спортсменов к себе, потому как это престиж. Тому їх треба отримати у нас. Конечно. Но это треба зробити спортивне життя, от класне спортивне життя у наших краях, в нашій Україні. Конечно. У нас для этого есть все. У нас есть прекрасная природа. У нас есть хорошие спортивные базы, которые нужно, скажем так, немножко реконструировать, но тем не менее они есть. У нас есть где проводить спортивные сборы, у нас есть куда приглашать, по большому счету. Да, это может не так много, как хотелось бы, но тем не менее есть. То есть нужно сохранить то, что есть, и приумножить. Знаете, сохраняй и приумножай. То есть медали, коллекции, там, почет и там линейка славы наших спортсменов, она должна расширяться. То есть очень грустно, когда читаешь новости, что или тот, или иной спортсмен уехал выступать даже за другую область. То есть это уже значит, пошли результаты не нам. Угу. Я массу знаю спортсменов, которые, к сожалению, уехали, и хотелось бы, чтобы, возможно, они вернулись бы сюда или как тренеры, или как там, ну, работники спорта, ну, потому что это действительно люди, которые имеют имена. И Олимпиада – это всегда показатель развития спорта в целом в любой стране. То есть вот мы видим США там, на первом месте, да? То есть, ну, там действительно, ну, спорт развивается достаточно динамично и на уровне даже там школьных клубов, все это очень, ну, широко освещается, в это вкладываются немалые деньги, вот мы видим результат. Спорт сейчас это, ну, это все, и финансирование в том числе, финансирование немалую роль, потому что вся экипировка стоит дорого, особенно вот зимние виды спорта, они достаточно дорогостоящие. Ну, давайте смотреть правде в глаза, не каждый может себе позволить там ту же экипировку. Поэтому здесь надо активно обращать внимание и растить талантливую молодежь, поддерживать. Я думаю, для паралімпійців взагалі там ще більше треба. Конечно. Там еще есть люди, которые сопровождают паралімпійців. То есть это, ну, это действительно большой, это колоссальный труд. И этим людям надо, ну, просто поклониться в ноги, что они наперекор судьбе, наперекор общественному мнению, что, ну, даже нельзя называть инвалидом, потому что это люди с ограниченными возможностями, да, но при этом с таким сильным характером, который, ну, который
надо бы позаимствовать многим людям, которые считают себя там абсолютно здоровым. Ну, это характер. Победа в любых соревнованиях – это не физика, это характер. Що, я думаю, варто дослухатись до вашої думки, що треба розвивати спортивне життя і спорт в нашому місті, в країні. Будемо бажати перемоги нашим олімпійцям-спортсменам, які зараз захищають Україну, щоб вони все ж далі виборювали для нас золото і представляли Україну дійсно як спортивну країну і привернули цим самим до нашого взагалі стану спорту в нашій країні, взагалі привернули всіх чиновників. Дякую гостю нашої студії Володимиру Рудніченко, спортивний журналіст, голова організації «Незалежна спілка спортсменів», завітав сьогодні до нашої студії, розказав про спорт, розказав, що треба робити, як його треба робити. Я думаю, варто дослухатись.